Здравствуйте, уважаемые представители знака зодиака Телец. Общий астрологический прогноз на сентябрь 2023 года. В этом месяце в вашем знаке зодиака, в Тельце, становится ретроградным Юпитер. Юпитер – это большая планета, самая большая планета Солнечной системы. Иногда говорят, что она думает, что она второе Солнце. Также Юпитер ассоциируется с глобусом, то есть и с нашей Землей тоже. Юпитер – это планета друзей, коллективов, путешествий, обучения, высших знаний. Юпитер – мудрец, он гуру, он наставник. Так вот, с 4 сентября 2023 года по 31 декабря 2023 года вы можете быть вот таким юпитерианцем. По Юпитеру. Конечно же, по ретроградному Юпитеру больший акцент будет уделяться на путешествия внутри, то есть внутренний мир вы будете свой изучать. Замечательнейший период с 4 сентября по 31 декабря для учебы, ну вот просто идеальные для вас тельцы. Кто учится в высших образовательных учреждениях, это вообще просто шикарное будет начало года. Несмотря на ретро-Юпитер, несмотря на ретро-Меркурий в начале года, в данном случае эти ретро-планеты, и Юпитер, и Меркурий, говорят о том, что вы будете глубоко погружаться в знания. И вам будет приятно грызть гранит науки. Вот никак не скажу по-иному, вам будет хотеться сидеть, зубрить, читать, вот сидеть в стопках книг. Библиотека по Юпитеру идет. То есть вам реально это будет не в тягость, а в радость. Я имею в виду учеба. Путешествия идут по директному Юпитеру, то есть, скорее всего, если вы путешествовали, то до 4 сентября. С 4 сентября вы становитесь больше домоседом, больше вот таким вот ученым. А до 4 сентября вы скорее в роли путешественника. Я понимаю, что не все из вас отправились в путешествие, и не у всех есть такие возможности, даже если есть финансы и документы. Но, тем не менее, до 4 сентября вы более социальны, да, более открыты, больше с друзьями общались, больше ходили куда-то, гуляли в кафешки и так далее. То есть более были, в церковь ходили чаще даже, например, по Юпитеру. А с сентября у вас начинается период погружения в себя. Очень хорошо учиться, поэтому даже если кто-то не планировал из вас учиться, я просто рекомендую хотя бы какую-то книжечку одну купите и читайте. Здесь просто будет замечательно идти любое усвоение знаний. По ретроградному Юпитеру в вашем первом доме вы можете вернуться к какой-то своей социальной роли, маске, которая предполагает передачу знаний. Поэтому кто-то из вас, например, вы когда-то что-то уже преподавали, можете вернуться. Если вы преподаватель, то, естественно, начинается учебный год, и вы начинаете работать, это понятное дело. Но если вы не преподаватель, то я здесь вам рекомендую в любом случае какие-то знания получать в таком случае. Не преподавать, а наоборот идти куда-то учиться повторно, перечитать одну и ту же книжечку, пересмотреть какие-то курсы, которые вы ранее покупали, пересмотреть вообще отношение к морали, к нравственности и даже к религии. Здесь кто-то будет читать учебную литературу, а кто-то и теософией заниматься. Перечитайте, может быть, Библию, возможно, какие-то такие истории, либо другую книгу, Коран, да, Веды, что вы читаете. В общем, то, что вы читаете и смотрите, кстати, тоже здесь пройдет такая тема просмотра сериалов. По Юпитеру в первом доме. Кто хочет похудеть? Вот здесь замечательный период худеть. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Также, если вопросы с документами, переделать какие-то документы возможно, особенно касающиеся заграничных дел, визы и так далее. Если вы планировали свадьбу, то я не рекомендую назначать ее на первую половину сентября, потому что здесь у нас до 15 сентября еще и ретро-Меркурий. Кроме того, что Юпитер становится ретроградным в этом месяце, у нас же еще ретроградный Меркурий, поэтому, несомненно, все, что вы делаете, это должно быть повторно. И обучение повторное, и документы те же самые переделываете. Если вдруг вы все-таки едете в путешествие в первую половину сентября, то туда, где вы уже путешествовали. И возврат к себе, возврат к своей личности. То есть те же самые социальные роли можете примерять заново. К примеру, вы бабушка, и вы когда-то занимались с внуками, потом оставили эту социальную роль. И вот здесь наоборот, вам судьба говорит, ну, начните, да, может быть, вы, правда, это будете делать в связи с тем, что новый учебный год начинается. Например, в прошлом учебном году вы с внуками начинали старт, да, заложили обучение, потом оставили, летом вообще, например, их не трогали. А в сентябре снова, да, вас просят, пожалуйста, замотивируйте их, можете к такой социальной роли возвращаться в сентябре. Очень интересно, что у нас 4 сентября, также в этот же день, становится директная Венера. Венера ретроградила с 23 июля в знаке зодиака Лев. Вообще во Льве, в этом знаке, Венера была все лето, будет весь сентябрь и также первую декаду октября. Это ваш 4-й дом гороскопа. Можно сказать, что вы вообще все теплое время года, все лето и бархатный сезон занимаетесь домом, местом жительства. Но здесь разные истории, у кого какие возможности. Кто-то может провести ремонт, кто-то не может. Кто-то может вообще сменить дом и новоселье, кто-то не может. Но в любом случае улучшение дома. Вот в любом случае, понимаете, у кого какие возможности. Если у вас была возможность, например, только купить какую-то бытовую технику новую в дом, посудомоечную машину, то это вы делаете. Если у вас была возможность полностью отремонтировать квартиру, капитальный ремонт, то вы и это делаете. То есть у кого что? У кого-то переезд в новое место жительства и новоселье. Если вы думаете, планируете, когда организовывать новоселье, то я рекомендую после 4 сентября. Даже, знаете, я вам даже так скажу, вообще-то лучше даже вторая половина сентября все-таки. Ну, после 4-го. Хотя вот по ретро-меркурию лучше после 15-го, то есть все-таки во второй половине новоселье. Покупка нового дома после 15-го – это 100%. Какие-то вместе съезжаться, какие-то предприятия, мероприятия, какие-то даже, вот, знаете, круглый стол нужно устроить, что-то вместе обсудить дома с семьей. Это после 15 сентября. То есть вообще для чего-то вот абсолютно нового после 15 сентября, до нового дома, для того, чтобы съезжаться с возлюбленным впервые после 15 сентября. Но, например, если вы когда-то уже думали съезжаться с любимым человеком, и у вас не получилось, или вы предлагали, а девушка отказалась, к примеру, то для этого подходит в период из 4 по 15 тоже, потому что там у нас ретро-меркурий, он говорит о том, что второй раз повторите предложение и скорее согласятся. Вот может такое быть. Первая половина сентября – это о том, что все новое, хорошо забытое старое, очень хорошо забытое старое. А вторая половина сентября прям действительно для совсем-совсем нового, вот прям совсем нового. Поэтому это учитывайте. Если вам нужно возвращать любимых, то до 15 сентября. Вообще идеально до 4 сентября. Если вы возвращаете любовь, делайте повторные предложения, жить вместе, может быть, руки и сердце даже, то вообще идеально до 4 сентября по любви. Повторные, с бывшими, возвращаться к бывшим. Конечно, для мужчин, мужчины, пожалуйста, активно возвращайте девушек до 4 сентября. Если вдруг не успели, то у вас еще есть в запасе 10 дней. До 15. То есть возвраты любовей до 15. Повторные предложения до 15. Если вы когда-то жили вместе, разъехались, снова съезжаться можно до 15. Снова. Но новый, вообще новый человек, и впервые, если вы с ним хотите начинать вместе жить, то после 15-го. Думаю, все поняли. До 15-го у нас, в принципе, еще ретро-период. Первые 4 дня сентября – это вообще, да, у нас еще ретро-Венера, и она, конечно, директная 4-го, но вы знаете эту песню «3 сентября». И снова 3 сентября. Вот снова 3 сентября, понимаете? То есть… Первое, второе, третье – это дни, вот прям как последний вагончик для тех, кто хочет вернуть бывшую любовь. Еще раз снова перевернуть календарь и снова позвать жить вместе. Не знаю, может, вы год назад предложили кому-то жить вместе, вам отказали. Снова 3 сентября, снова вы предлагаете. Да, это можно делать по ретро-Венере. Ну и другие вообще… Любые вопросы относительно ваших домочадцев, людей, с которыми вы живете, вот все эти разборки здесь происходят, все. Если вы хотите возвращаться на родину, если вы сейчас в эмиграции, то возврат на любимое место до 4 сентября еще по ретро-Венере. И вообще до 15 сентября еще можно возвращаться в те места, где вы раньше жили. Поэтому здесь, знаете, по-разному. Кто-то возвращается на родину, места, которые он любит, места детства, а кто-то, напротив, выезжает. Но опять-таки, куда выезжает? Туда же, где вы уже и были. Это не новые путешествия. И не новые для вас страны, не новые дома. До совершенно новых стран, там, где вы никогда не были, после 15 сентября период. До совершенно новых домов, там, где вы еще никогда не жили. Может, вообще новостройка. После 15 сентября туда заселяться, вот по возможности. Уважаемые тельцы, вы знаете, я всегда делаю гороскопы заранее. Я считаю, что поздно выкладывать гороскоп за 5 дней до месяца. Ну, это не спланировать. Как вы можете спланировать сентябрь за 5 дней до сентября? Поэтому я стараюсь делать заранее. Прошу вас, пожалуйста, оцените этот мой труд, поставьте лайк, напишите добрый, светлый комментарий. Если вы хотите свой личный гороскоп на сентябрь, либо на другой период времени, абсолютно на любой, вы можете, конечно же, его у меня заказать. Мой номер телефона сейчас на вашем экране, а также в описании и в комментариях под абсолютно каждым моим видео. Продолжим дальше гороскопчик. То новое, про которое я говорила, это, конечно же, новолуние. Новолуние 15 сентября. Я уже столько раз упомянула эту дату, но почему я ее упоминала? Потому что это новолуние. Новая луна 15 сентября в знаке зодиака Дева. И для вас, уважаемые тельцы, это 5-й дом. Дом любви. И также в этот же самый день, в этом же самом доме, в Деве Меркурий становится директным. Вот опять новое, то есть и новолуние, и Меркурий директ, он как будто бы новый, обновившийся в прямом движении. Ребята, месяц у нас делится реально на до и после. До 15 сентября и после 15 сентября. Потому что у кого-то из вас, уважаемые тельцы, вообще новая жизнь начнется после 15 сентября. Вот положа руку на сердце, ребята, это общий гороскоп, я, конечно, все понимаю, но тем не менее, у многих из вас прям новая жизнь. Новая страница, снова, по-новому, или снова, или по-новому. У кого-то здесь даже любовный треугольник. Например, к вам вернется бывший, и у вас снова с ним начнутся отношения. И в то же самое время у вас есть совершенно новый партнер, с которым у вас тоже отношения. Девочки, такое может быть. Говорю про девочек, потому что Венера, она ваша управительница, и она становится директной 4 сентября. То есть вам благоволит Венера, и она вам приносит много поклонников. Она выводит вас в эру Водолея и в матриархат. Поэтому, девочки, Телец, Венера, императрица. Поэтому очень понятно, почему у вас несколько поклонников. Конечно, по новолунию в 5-м доме у вас вообще может быть 5 поклонников, но какие-то 2 важных точно. Это какой-то бывший, пришедший снова как новый, до 15 сентября. И, возможно, абсолютно новый действительно мужчина в вашей жизни. Могут быть и другие, все возможные варианты. Что касается мужчин-тельцов, то у вас здесь все намного более аскетично, потому что здесь вы, наоборот, выбираете одну единственную даму сердца и все свое сердце отдаете ей. Готовы бороться за нее, не с ней бороться, не с ней ругаться, ссориться, конфликтовать, отстаивать свое эго. Не с ней, а с другими мужчинами, как и положено. То есть не ей сопротивляться, не с ней сражаться, а с другими мужчинами за ее сердце. Тут мужчины-рыцари не боятся конкуренции, готовы на рыцарский турнир ради дамы сердца поехать. Поэтому, девушки, будьте к этому готовы. По новолунию в 5-м доме у вас может действительно появиться еще один новый поклонник, сколько бы сейчас у вас их не было, девочки, в каком бы статусе вы сейчас бы не были, будь то у вас сейчас один муж, либо, может быть, муж и возлюбленный еще один, либо еще какие-то другие истории, вот еще все равно какой-то новый может появиться, вот как хотите. У кого-то, кто желает, появляется новый ребенок. Да, это если тема любви вообще не про вас. Если вы на пенсии, то это у ваших детей могут быть любовные треугольники, это у ваших детей могут рождаться дети, если вы на пенсии. Если вы сейчас вообще в аскезе, где-то в ограничениях, и никакой любви, никаких детей, и для внуков вам вообще, да, это вообще не про вас, будут ли они вообще у вас в жизни, если вы вообще child-free, то для вас это период творчества. В любом случае что-то новое рождается. рождается новая любовь. Но эта любовь не обязательно будет в теле человека. Это может быть в образе вашего дела, вашего детища. Ваше чадо может быть не обязательно человек какой-то, дитя, либо возлюбленный. Это может быть ваше дело, действительно ваш интерес, ваше увлечение. И новое увлечение, новое хобби. Также у вас, возможно, новое путешествие, новое романтическое путешествие. Для тех, у кого планируется свадьба, очень хороша вторая половина сентября. После 15-го для свадьбы прекрасный период, и тогда у вас путешествие медовый месяц в новое место. Замечательно. Вообще вторая половина сентября, она идеальна для романтики. Поэтому в каком вы сейчас возрасте не были, в каком статусе, устраиваете романтику. Если вы в паре, ходите на свидание с вашим избранником. Если вы замужем, то же самое, ходите на свидание с мужем и женой. Если у вас дети, то с ними побольше гуляйте. Если вы на пенсии, то занимайтесь творчеством где-то на природе. В общем-то, я всем рекомендую здесь заниматься любовью. А что это для вас или кто это для вас, решайте сами. Делайте дела с теми людьми, которых вы любите. И с детьми, и с возлюбленными, или в самостоятельности своей. Может быть, все это совмещаете, такое тоже может быть. У вас новая работа по любви, с любовью, также может быть. Здесь очень много любви, уважаемые тельцы. Действительно, с 23 сентября у вас может быть вообще совершенно новая работа, в том плане, что и новое направление деятельности, и новый источник дохода, новое место, в новом, может быть, государстве даже, в новом офисе. Зарабатывайте на чем-то новом. Может быть, вы, например, учились чему-то долгое время, обучались, и вдруг, может быть, даже очень спланированно и планомерно, начинаете это монетизировать. Но для кого-то будет и вдруг, для кого-то будет очень неожиданно, даже как бы играючи, вы начнете какое-то дело, играючи. Пятый дом – это дом малого бизнеса, поэтому кто-то здесь действительно начнет зарабатывать играючи, рискованно, бизнес всегда риск. Малое какое-то ваше дело, вы даже не думали, может, его продолжать. Например, вы один раз где-то выступили в качестве тамады, и вдруг вы осознали, что я думал один раз, а в принципе можно на этом зарабатывать, и вы это ставите на поток. Все остальные истории, какое-то рукоделие, вы один раз отлили какую-то свечку фигуристую, продали, и потом думаете, а почему бы еще не продавать? Да, то есть вот такие истории. Новые заработки, новое по любви, это самое главное. То, что вы любите, вы будете делать дальше. Здоровье. С 23 сентября у вас тема здоровья, улучшение здоровья. Если вам нужно лечиться, вы планируете, когда же лучше подлечиться, то 23 сентября. Хотя знаете, что здесь может быть? Здесь может быть такая история, что как бы само собой вы выздоравливаете. Любовью вы лечитесь, отдыхом. Занимаетесь любимой работой, и вы уже здоровее. То есть просто сбросили с себя какие-то оковы, цепи, нелюбовь всю из своей жизни убрали и оздоравливаетесь. Это, соответственно, вашему внутреннему миру соответствует ваше тело. Уволились с нелюбимой работы, стали работать по любви, выздоровели. Оставили нелюбимого человека, нелюбящего вас, ушли жить с любимым и любящим, выздоровели. Понимаете, то есть вот такая история. Уехали из плохой квартиры, не знаю, может, она там плесень была везде, уехали на какое-то солнечное, сухое место, все, выздоровели. То есть это может произойти автоматически. Вы, может, даже этого и не особо нацеливаетесь. Об выздоровлении говорит и то, что полнолуние будет 29 сентября в вашем доме психики. То есть здесь все, что было психосоматическое, а у нас все болезни психосоматические, вот они исцеляются. Все болезни психосоматические, просто не все еще доказано. Но, ребята, поверьте, даже какой-то ушиб, когда вы шли и ударились пальчиком, либо локоточком, это тоже психосоматика, хотя, кажется, связи нет, а связь есть. Кстати, если вы ударились реально локоточком, и вы девушка, то вас вспоминает мужчина. Может, я вам скажу. Так что, девочки, полнолуние в 12 доме и мальчики, полнолуние в 12 доме может вам принести выздоровление. Если вы не выздоравливаете, то тут, по крайней мере, вы выясняете, чем вы больны. А это половина дела. Думаю, многие из вас знают, что правильный диагноз, постановка правильного диагноза – это супер, потому что вы уже знаете, что лечить. Правильная диагностика, верные результаты анализов. Если не выздоровление, то вот такие победоносные, не побоюсь этого слова, события. Потому что узнать, что с вами – это победа, особенно когда вы совершенно не понимаете, что происходит. То такое может быть. Вы узнаете наконец-таки, вы получаете какие-то результаты на руки. Девушки, которые хотят беременности. Здесь вы можете сказать, что вы беременны. Тоже. Вот вам, пожалуйста, да, пример. Полнолуние в 12 доме. Также по полнолунию в 12 доме вообще, я скажу вам, не бойтесь никаких диагнозов, потому что в любом случае вы уже осознаете. Осознание – это половина дела, потому что, осознав, вы уже берете, во-первых, под контроль происходящее событие. Знаете, как, на что это похоже? Вот такое чувство, что вы находите протухшее яйцо. Ну, все, да, то есть уже это понятное дело. Даже если это протухшее яйцо где-то замуровано в стене, то вы хотя бы знаете, что делать. Но это образно, да, чтобы не пугались, ребята. Просто хочу, чтобы вы понимали, о чем это полнолуние. Кстати, этим протухшим яйцом может оказаться ваш тайный враг. 12-й дом скрытых врагов. Так вот вы можете увидеть скрытого врага. Полнолуние – это как фонарик. Знаете, как будто вы заходите в темную комнату и фонариком находите, что там где воняет или кто. То есть вы реально можете обнаружить врага, вонючку, который где-то сидел. Я не хочу вас, конечно, сильно пугать, но, ребята, подслушку можете обнаружить. Может быть, это ваш сосед. Может быть, это дитё соседское, которое под вашими окнами сидело и слушало, с кем о чем вы разговариваете, например. Может ли здесь быть большой вред? Я не думаю, учитывая вашу силу и вообще вашу любовь. Но знаете, лучшая защита – это солнечная защита. Быть солнышком, быть счастьем, быть радостью. Солнце – это свет и святость. Святого человека, светлого, солнечного, ничего не берет. Святой человек, он сам освещает тьму и все высветляет. Поэтому вы здесь можете быть и как ясно солнышко, и как полная светлая луна. Полная светлая луна, вы знаете, тоже все видно, даже ночью. Так что вы сияете в любом случае. У кого-то самое грандиозное, что может произойти в сентябре, это брак. Брак с иностранцем, брак за рубежом. Или брак, который вы ото всех спрячете, в тайне распишетесь. Например, такое тоже может пройти. Никто не будет знать. В тайне уехать можете, например, с любимым человеком в путешествие. Также в тайне тайно начать жить с кем-то. То есть съехаться, гражданский брак тоже может начаться у вас, и вы захотите сохранить эту тайну. Но может быть какой-нибудь там, не знаю, ребеночек действительно, сосед какой-нибудь подслушает, подсмотрит. Ну и что? Подарите ему конфетку. В общем, девочки, мальчики, здесь такая история, что даже если у вас какие-то тайные враги, мышки, крыски есть, ну, они вам, честно, ну, где крыска, а где солнышко, да? И тем более, если вы солнце с луной, муж с женой. Вам мелкие мошки совсем ни к чему, и они вам, ну, есть и есть. Вы благосклонны даже к ним, даже к тайным врагам, потому что ничего они вам сделать не могут. Кстати, ребята, по полнолунию в 12 доме 29 сентября очень хорошо обращаться к тайным знаниям и самостоятельно изучать, и самостоятельно что-то делать, работать. Также и к специалистам. Дальше 2 недели после полнолуния 29 сентября очень хорошо какие-то отливки, чистки делать на воск. А вторую половину сентября, да вообще весь сентябрь, хорошо обращаться к тарологам, к нумерологам, к астрологам. Потому что такое полнолуние в доме мистики вам прям высветит все, особенно мистические вопросы. Вот правда, родовые, мистические, вот вы совсем не знаете. Если вы хотите обнаружить тайного врага, то же самое Таро вам его покажет в этом месяце. Поэтому, если нужно, обращайтесь, ребята, и ко мне, в том числе за помощью. Буду рада вам помочь. Счастливого вам сентября, будьте счастливы. Поздравляю всех, у кого свадьбы, новоселья. Поздравляю всех, кто начинает жить гражданским браком с любимым человеком. И вообще со всем сентябрем вас поздравляю с прекрасным, мягким, нежным, бархатным сентябрем. Любите и будьте взаимно любимы. Всех благ, всего доброго.